Тот, кто хоть раз сбрасывал вес под контролем специалиста, наверняка слышал про лимфодренаж. Процесс выведения из организма всего лишнего, способствующий усилению метаболизма и уменьшению объемов тела. Что касается аппаратных лимфодренажных методик, к ним относится прессотерапия. Прессотерапия – это компрессионный лимфодренажный массаж, чередование периодов компрессии и расслабления. Это приводит к тому, что улучшается лимфоотток, улучшается кровообращение в местах воздействия, где нам хочется подкорректировать фигуру. Чему это способствует? Улучшение кровообращения, ускорение обменных процессов, а со временем происходит уменьшение жиропотребления. Чтобы получить хороший эффект, нужно пройти от 10 до 20 процедур, опять же, от комплекции. В повседневной жизни не всегда удается сбалансированно питаться и много двигаться. Но чтобы поддерживать обменные процессы и контролировать свой вес, существуют проверенные и эффективные косметологические методы.